Около детсада встретились два друга. Один Сергей Соколовский, другой Уильям Роллс. Оба злые, злые, члены одной ложи. Песнь носил имя. Как смерть скрежеща и рушась под адским напором огня, я больше не верю в ужас. Спаси меня от меня, укрой меня, милый, крылами ангельской чистоты и пронеси над телами, над помыслами и делами. Пусть будешь во мне только ты, каждым сказанным словом, каждым образом сна. Я заперт тяжелым засовом от первородного зла. Избавь меня, если надо, не делай, как надо мне. Избавь меня, Бог, от ада, пусть вспыхнет твоя лампада. Будь светом моей стране, будь лампой в моей квартире, будь ночью моей луной, будь миром и в целом мире, будь вечно и будь со мной. Приятно знать, что вы тут есть. Точнее, мне приятно, но это даже хуже. Весь этот район, как чья-то страшная месть. Невозможно выиграть в конкурсе. Господи помилуй. Именно здесь. Около бедная моя культура. Сберкассы, так неестественно и несвоевременно выглядит малыш, едущий в коляске, или если женщина идет беременная, а вот черный плоский двухместный Порш или Мерс, внезапно проскочивший. Про это говорю.